Новосибирск засыпало снегом. На дорогах 10-бальные пробки, многочисленные ДТП. Снежная буря бушевала всю ночь. К утру несколько утихло, но не успели коммунальщики взяться за расчистку дорог, как снег снова повалил. Общественный транспорт не ходит, центр города парализован. Горожане добирались до работы по огромным сугробам. В ближайшие дни ситуация не улучшится. В Новосибирской области синоптики прогнозируют осадки и 40-градусный мороз.